цифре 8, именно 8 человек не могут принять участие в матчах Локомотива. Ну, Свитов, Санников, они травмированы, об этом позже. Денис Алексеев 1-1 убегает и счет сравнивает. Все очень классно сделал Денис Алексеев, лучший бомбардир Локомотива в действии. 1-1. Да, и 23-й набранное очко Алексеева. Шестая заброшенная шайба. Он опережает теперь Стефана Дакосту в борьбе за главного бомбардира Локомотива. Но как оторвался сейчас между двух квистов Северстали. Здесь, во-первых, передача была неточная. И очень здорово Алексеев проскочил мимо Кадолы и мимо Хабарова. Вот сейчас мы видим, оторвался как от стоячих Денис Алексеев.